Что вы думаете о появлении в Конституции Грузии отдельной статьи относительно евроатлантических стремлений страны? Мне кажется, что главное, чтобы настроение людей было таким, а вписывать это в Конституцию не обязательно. Конституция, на мой взгляд, неприкосновенна. В ней должны учитываться те принципы, которые важны для грузинского народа. Конечно, евроатлантические стремления приемлемы для нас, но мне кажется, что Конституцию в этом смысле не нужно менять. В ней должны быть в первую очередь прописаны именно наши принципы. Наверное, следует внести это в Конституцию, потому что споры всегда ведутся в этом отношении. Куда нам стремиться? В Европу или к нашему соседу? По-моему, вписывать это не стоит. Конституция — это главный закон для правления страной, ведь так? И вписывать туда стремление к тому или иному объединению — в этом нет никакой необходимости. Вообще-то я против каких-либо изменений в Конституции, но если это может принести какую-либо пользу нашей стране, если это будет способствовать нашей интеграции в Европу, почему бы и нет? Наша страна сейчас находится в процессе становления, так или иначе. И вот в этом отношении, если это пойдет нам на благо, только в этом случае я считаю, что нужно вносить это изменение. На мой взгляд, это не нужно, не обязательно. Исходя из настроений в обществе и в целом страны, стремление к Европе и так существует. Нужно не вписывать это в закон, а предпринимать больше реальных шагов для евроинтеграции, проводить определенные изменения. И это касается не только правительства, но и каждого гражданина. Каждый из нас должен пытаться своими же поступками, своим уровнем культуры стать ближе к европейской семье.